Всем привет! С вами Артём, и сегодня мы посмотрим на игрушечку United Penguin Kingdom. В общем, это очень плоский ледник, на котором мы будем выживать и строить свою маленькую колонию с пингвинами, где они будут развлекаться, на нас будут нападать тюлени, касатки. А вот, мы будем расширять территорию, чтобы они веселились. Вот видите, у них тут какие-то площадочки для фитнеса, какие-то вон тренажерные зальчики, они бицухи себе качают, летательные аппараты для пингвинов. Какие-то башенки, часы, террарии, вон батуты есть. Короче, да. Начнем новую игру, пройти обучение, начать новую игру. Давайте начнем новую игру. Подожди. Стоп. Так, количество пингвинов. О, количество пингвинов. Давай 13 оставим. Изначальные ресурсы нормально. Общее количество золота в начале 1000. Давай ставим на нормальном. Я не знаю, как это будет у нас. Карты. Есть вот такая, короче, да. Ну, типа, огромные, несколько частей. Вот такая. Такая. Ага. Ну, это какая-то жесткая, мне кажется. Но если в центре начинать, все территории подключать. Такую, может, выбрать? Даже не знаю, какую выбрать. И такую. Давайте... Я между вот этим крестиком... А, ну там маленький крестик. Давайте выберем вот такую вот. Тут большой крестик, и на нем начнем. Далее. Профиль. А, название. Полюс просто. Просто полюс. Так, и можно выбрать флаг. Это гробик какой-то. Давайте выберем вот этот. Что у нас? С бухлишком. Нет, это точно нет. Вообще, во, полярный какой-нибудь. О, идеальный флаг. Нет, не идеальный. Так. Какой бы выбрать? Слишком много пингвинов. О. Начать игру. Погнали. Посмотрим. Короче, вот у нас пингвины. У нас тут бездельники маленькие, бездельники большие. Так, это отличное место для основания своего поселения. Сначала нам нужно изобрести основные задания, и можно разместить в любом порядке. Так, это что у нас? Хижина строителей, склад, маленькое хранилище еды, аптека, сокровищница. Это у нас хижина строителя. Ну, давай разместим ее где-нибудь вот. Так, здесь можно... Ага, дальше склад. Давай склад рядом. Так. Склад рядом разместим. Хранилище еды. А как крутить? Нет. На R. Ага. Можно вот так вот поставить. Давай аптеку поставим напротив. Ага, на колесико крутить, я понял. И сокровищница. А сокровищница маленькая. Так, вы готовы основать свое поселение. Удачи. Спасибо. Пауза. Ага, на пробел. Все. Тут у нас всякие задачи. У нас огромные... А, нажми, чтобы купить. Золото, уровень поселения, провинция. О-о-о. А что там надо? 120 очков репутации на 12 месяцев. Прикольно. А тут каждый такой, да? 400 очков, 2000 золота, уровень поселения король. Вау. А тут что? Провинция. Тут поселение город. Угу, хорошо. Счастье, образование, золото, репутация. Так, у нас без домов, ребята. Смотрим, что. Хранилище. Строители, склад, сокровищницы. Это нам не надо. Детский дом. В смысле, маленький домик для пингвинов, детей. А, я думал, я не о том подумал. Так, сколько дом вмещает в себя? Дом в себя вмещает 5. У нас 4. Давай построим... Нужна электроэнергия. Так, может быть, дома размещать будем так, чтобы потом что-нибудь как-нибудь? Давай построим домик один. Не хватает строителей. Окей. Подожди, это что у нас? Хижина строителей. Давай добавим 3 пока что строителей. А дальше что? Это домик для одного. Это у нас маленькая хижина. Домик вмещает 3. У нас 9. То есть нужно плюс 4 вот этих. Они размножаться еще будут. То есть нам где-то надо 4 построить. Раз. Два. Блин. Как-нибудь можно переместить вот это здание? Переместить. Не, подожди. Как-нибудь перемещать можно? Статистика, дороги. Это открывается за что? Надо найти где-то.
Энергия, кстати, ветряки. Давай поставим один ветряк вот здесь. Так, и построим еще тогда научный центр, башня ледяного копья. Не знаю, что это. Это что такое? Это станция, используется сети для ловли креветок, рыбы и кальмаров. А, хавчик. А, тоже нужна электроэнергия. Так. Ага, я понял тебя. Вот так разместим. И нам, получается, 3 домика, это на 9 жителей. Давайте построим. Хранилище еды у нас есть, аптека у нас есть. Жилье. Давай еще один домик построим вот здесь. А, электроэнергия надо, видите? Давай с запасом влепим. Все, погнали, работайте, ребят. Так, как у нас со строителями? Че, давай еще одного добавим. Вот этого пусть будет. Так, золото есть. Тут нам никто не нужен, тут ресурсы. У нас всякая фигня. Так, что у нас? Я так понял, это что? О, новое задание. Так, постройте... Комплекс, ветротурбину, креветки надо принять. А как ускорять время? На двоечку. Ага, на троечку. Давай сразу ускоримся. А что, никто не строит? А, построили. Детский дом. Стоп, подожди. На нас кто-то нападает, да? Да, где у нас оборона-то? О, башня. А тоже электричество надо. Это коса так защищать будет. Построим. Одну здесь, она будет защищать этот радиус. А вторую построим где-нибудь вот здесь. Нас будут нападать, видите, тут вон тюлени нападать будут. Тут дома пока будут, я думаю, что вот они склады, как я понял, грабят. Ладно, пока двух обойдемся. Так, он тусуется. А как-то можно приоритет поднять? Давай приоритет поднять. И ветрогенератор приоритет. Короче, он воровать пришел. Он нас украл что-то. Он украл из маленького хранилища еды еду. Собакин. Так, стоп. Давай тогда построим еще одну. Тогда вот здесь. А, стоп, у нас уже есть. Так, на башне у нас, значит... А, башню еще пока некого назначать. Так, электроэнергии нету. Подожди, башне тоже электроэнергия нужна. Энергии и охлаждения. Давай еще здесь поставим. Так, давай. Приоритет тоже выставим. Чтобы башня работать начала. Давай одного пингвина сюда добавим. А, нужно, не хватает электроэнергии. Генератор сделали для домиков. Прикольно, кстати, выглядит. Ребят, постройте вот это. У вас дома уже есть. Нам башня нужна, чтобы была. Строй быстрее. Он ворует у нас еду, блин. Вот этот приоритет надо выставить повыше. Пингвины сюда. О, они изо льда делают эти снаряды. Давай 25 ротиков. Как раз он достает, поэтому все нормально. Так, репутация растет и счастье растет. Опять пришел. Если он из склада ворует, этот склад защищает. Они все так... О, башня ледяная построена. Давай еще одного пингвина. Ой, пингвин, этого завалили. Плюс одно золото. Так, супер. А, креветки надо ловить. А, я не назначил. Твоих давай. Так, у нас без электроэнергии только вот эти домики пошли. Потому что электроэнергии не хватает. Давай ветряк один вот здесь поставим. А можно вот здесь поставить. О, его построят, и все будет прекрасно. Так, в аптеку нам никто не нужен. Вместимость есть. Так, еще одного тюленя не завалили. О, задание выполнили. Время на очки репутации на 12 месяцев. Спасибо. Большое. Так, у нас 9 домов. У нас 15 домов. 9 всего заселено, четверо. Так, что мы еще можем построить пока? Давайте на паузу поставим. А склады, я думаю, пока строить нет смысла. У нас как бы... А, счастье. Ну да, чем топовее еда, тем больше счастья. Логично. Так, я видел там этот... Нет, не маленький склад еды, не аптека. А вот это, научный центр. Ему тоже электроэнергия нужна. А, кстати, а сколько электроэнергии дает... Давай поставим тебя. Сколько ты даешь электроэнергии? Так, устройство вырабатывает электрическую энергию. Энергия здания... Так, плюс 2...
А тут вообще сказано, сколько он дает энергии? Или он просто типа дает энергию? О, 150, касатка пришла. Ну, сейчас мы тебя устроим. Главное помнить, что к нам касатки... А, касатки придут, это тюлень. Минус тюленчик. Я думаю, что башню мы еще построим оборонительную. Давай, максимум. Что ты там предлагаешь? Домик, произвести креветки. Принять. Пока еды хватает, креветки производятся. Сколько у нас? 68 креветок в наличии. Хорошо. Может построить еще... О, у нас очки, кстати, пошли. А, можно построить завод снежных блоков. Он как раз нам нужен, чтобы снежки делать. Это травы. Это просто веселье. Руселька. Кстати, дерево навыков. Вы видите, какое огромное? А охлаждение что это дает? Счастье дома плюс один. Ух ты. Можно будет где-нибудь вот здесь выставить их. Смотрим, как там идет. Деревня полюс. Профиля. О, подожди, в смысле? Рейтинг? Прикольно. Да, тут задание же еще на этот, на время. Давай башню еще одну влепим. У нас... Спасибо. Так, секунду. Где можем башню влепить? Давай тут влепим еще одну башню. Для обороны дальнейшей. У нас свободных пингвинов сколько? Ноль. Бездействующих. Ну да, у нас 4 тут. 2 тут. Это 4, 6, 7, 8, 9. А у нас еще повзрослевших нету. Если что, мы строителя одного уберем просто сейчас. Поставим чувака в башню. Чтобы нам 25 штук у него было всегда. Для обороны. О, еще тюленька идет. Как раз. Фигакс? Фигакс? Нефиг склады мои трогать. А произвести очки на... О, супер. Мы идем впереди квестов. Может, кстати, сделать побольше этих? Селению не хватает школ. Детский дом. Подожди, в смысле? Пол. Подожди еще раз. Почему не хватает? Как не хватает-то? Она же есть. Ты детский дом. А какая? А у нас школа есть вообще в науке? Так, а где школа? А, вот школа. То есть нам надо карусельку изучить, да? Для начала. Нет, завод снежных блоков давай изучим. У нас остается 5 очков, которые некуда потратить. Снежные блоки плюс один. Давай завод построим. Я, кажется, бегу впереди реально. Впереди всего я бегу. Где только он? Найти бы его еще. А, вот. Завод по производству снежков. Нет, тут домики будут. Спасибо. Давай завод со снежками тогда вот здесь поставим. О, идет тюленька. Только у меня... О, у меня взрослые появились. У меня просто неким кем было воевать. Он идет, ему со всех сторон насували и все. У меня пока 3 безработных. Так, давай. Их добавим, плюс один остается. Можно научный центр построить. Может, кстати, его можно как-нибудь будет проапгрейдить. У меня 15 очков. Это что, травы собирать? Угу. Это что? Мусор океанский собирать. Прикольно. Давай карусельку возьмем, потому что дальше у нас будет школа как раз таки. Каруселька. Каруселька, каруселька. Так, произвести снежных блоков. Блин, да, реально, бежим впереди планеты. О, каруселька. Так, да, каждый визит приносит 2 очка счастья. Карусельки тоже электронные. Давай вот сюда и поставим. Пусть будут счастливые пингвины. Слушайте, реально, один блок очень мало. Так, супер, награду получили. Надо мусор, короче, добывать начинать. Лекарства, травы. Мусор добывать. Древесину, металл, камень, пластик. И снежные блоки у нас сделаются. Так, у нас один безработный. Что мы можем вообще изучить еще дальше? Школу. Она будет приносить нам ничего. Нам нужно то, чтобы... Вот это нам надо взять. 19 очков для пластика. Пока у нас 700 золота. Пока что. А это что? Меню защиты. А, башня... А, тюлень. 8 убито, касаток 0. У нас защита касаток за счет вот этой башни. Можно где-нибудь вот здесь построить. Еще у нас защита от касаток будет. Что надо построить? Постройте башню ледяного копья. А, окей, копья надо ледяные производить. Сейчас он идет. Раз, два, готов. Плюс золотишко. Так, нам надо 19 на школу. Либо лучше, наверное, на пластик 19 взять. Да, лучше пластик, чтобы у нас материалы приносились. Как у нас по складам, кстати? Это аптека. Это хранилище еды. 1500 вмещения, супер. Склад 1500. Склад мы еще построим. О, повзрослел пингвинчик. У нас 2 взрослых. Хорошо. 19 науки буквально и все. Может построим тогда, чтобы быстрее навыки собирались?
А, научный центр еще один. Да, давай еще один научный центр разместим, пусть быстрее навыки будут идти. Да, и как раз за 19 мы изучаем школу. Школа обучает пингвинов детей, пока они достиг 50% образования. Давай. Ну, это сейчас быстренько развалит. Так, дороги, кстати, что с дорогами? А дороги за что строятся? За одну единицу золота? О, прикольно. Минус золото. Давай построим немного. Может, пингвины быстрее бегать будут по ним. Золото не жалко. Я думаю, что мы за этих наберем. А сколько за касаток нам давать будут, вообще неизвестно. Так. О, прикольно, дороги. Так, научный центр. Спасибо. Нам тем более золото и так дают. Что у нас по строителям? Строители максимум построим. Так, научный центр, иди, работай. Блин, а если башню построить... Подожди, а если башню построить где-нибудь здесь? Она прям будет сразу бить, еще не дойдя... Пока этот не дошел. Это да, минус. Хотя вот так построить. Он еще не доплыл, а по нему уже стрелять будут. Нам в любом случае нужна будет защита от касаток. Надо будет башню еще одну где-нибудь вот здесь построить. Желательно вот... Я не знаю где. Давайте пока очки копить. У нас два научных центра. Мы еще туда-сюда строить дороги. Пока у нас все равно ноль. Так, плюс золото. Хорошо. Это у нас максимальная скорость. Я же хочу дождаться апреля, посмотреть на группу тюленей. У нас вроде как три башни. Вроде как. Новый квест. Блокируйте горка новичков. Построить горку... Креветки, блять. Какую горку новичков? Что это такое? Горка новичков. А, вот она. 12 очков. У нас не хватает одного навыка. Так, давай, 12 очков. Горка новичков. Разблокировать. Что за горка новичков? Что она дает? Горка новичков приводит в ваше поселение новых пингвинов, желающих к вам присоединиться. Давай. А почему мы? А, вода мешает. Давай, тут как раз защита от касаток будет. Можем тропинку сюда. Как он один пингвин строит очень быстро. Блин, этот отстреливает вообще непонятно. Да, золото за тюленек. И так идти. Так, он бесплатно будет привык... О, лед. И этот идет. Вообще супер. Спасибо. Так, а сколько пингвинов? А, так, время прибытия. 3-1... За 3 месяца нам... Через... Только в июне, что ли? Или вот он? А, вот, пингвины только прибудут. 3 новых пингвина. У меня размножаются быстрее, мне кажется. Так, я вижу, что нам не хватает... Постепенно домов. А дома как-то апгрейдить можно будет? Надеюсь, что да. Так, квест новый. Разблокировать травосборщика. Принять. У нас как раз навыки есть. Сборщик. Не, подожди, травосборщик. Вот он. Принять. Так, разблокировали. А горку новичков можно только одну построить. А, защита от касаток нужна. И электроэнергия нужна. Так-то. Начинать электроэнергией заниматься. Где-нибудь вот здесь построим. Еще один. Развести травы. Иди. А, у нас пингвинов нету. Где у нас тут строитель? Давай сюда одного отправим. Так. У нас 24 очка навыков. Я хотел сборщик пластика построить. Подожди, что это такое? Это каток. Прикольно, каток. Радиус действия 18. А что это? На что он действует? Шкала веселья пингвинов пускать до нуля. Он может посетить это место, когда будет поблизости и есть там будет свободные места. Прикольно, но я хочу пластик. Я за ресурсы. Производство пластика, вот оно. Как раз таки сюда его можно выставить. Давай только вот этот приоритет выставим, чтобы было. У нас пока ноль бездействующих, к сожалению, к счастью. О, идет. Раз, два, минус. У нас в апреле уже начнется нашествие пингвинов. Надо быть готовым к этому. А, приближается группа тюленей. А где она? Оп, твою за ногу. Мне кажется, меня обворуют.
Три башни вообще мне никак не помогут для этого. Так, стоп. У нас тут где-то много народу должно быть. Давай... А, не, хавчик мы не сбросим. Давай тогда строителя уберем еще одного. Туда добавим еще одного. Все. Минус один. Минус два. Минус три. Очень медленно стреляет. Минус четыре. Минус пять. Они пытаются своровать. Спасибо. Задание выполнено. Слушайте, три башни. Размансили их на изи. А, они ничего даже украсть не смогли. Ну, тюлень украл еду из хранилища, но его быстро... А, еще один группа тюленей будет. Так, прикольно. У меня пока деревня. А как поднять? А, обновляется в конце года. То есть я раз в год смогу покупать что-нибудь. Так, что здание мне? Разблокируйте обычный... Охладитель. Обычный охладитель. Разблокировал. А что за ваза? Украшение дает одно очко счастья домам вокруг. О, так надо, короче, вокруг домов это настраивать. Так, у меня, кстати, дома надо сейчас еще построить. Аптеки. Даже что это такое? А, травосборщик. О. Что-то какой-то радиус у него маленький. Ну, надо вообще между домов строить, чтобы счастье давал. Дают на два дома счастье. То есть либо вот так на два дома, либо вот так на два дома. У него радиус очень маленький. В смысле? Странно, ладно. Да уж. Ну давай построим вот здесь. Один и вот здесь один. О, тюлень идет. Пока тюлень. Я еще построю где-нибудь вот тут по башне. И тут по башне. Электроэнергию к ним проведу. Пока ресурсы идут, все хорошо. Зарезервировано 0. Охладители вообще требуют людей? Ну, точнее, пингвинов. Нам бы... Да, у нас нам бы домов еще построить. А, ну вот как раз, кстати говоря. Что у нас по домам? А дома уже не строятся. А, тут тоже не строятся. Почему тут? То есть вокруг охладителя придется дома строить, чтобы счастье было. Офигительно. Так, охладитель работает. Блин, прикольно. И тут... А, это, подожди, это каруселька. А карусельки-то зачем счастье? Так, дома сейчас построят. Нам только материал нужен. Для этих домов. Можно дорогу построить. Чтобы было. Короче, прикольная игрушка. Можно позалить. О, смотри как. Это что он собирает? Мусор? А что счастье падает? Ну, счастье падает, образование падает. Что у вас происходит? А, разблокировать карусельку. Я построил карусельку. Нежных блоков создать. А что счастье упало? 16%. Но они счастливы, да? 16%. Осадок убиваем. Каруселька есть. Там еще надо. Охладитель строится. Сейчас еще один построится. Домик построили. 8 льда есть. Снежный блок. А это не снежные блоки? Снежный блок. Я 8 только что произвел. Спасибо. У меня 46 очков. Так-то. Мы можем продуктовый киоск построить. Для чего? Когда шкала голода. А, в продуктовом киоске продают пищу для пингвинов. Продавать? Я вот каток, наверное. Или библиотеку вообще. Так, библиотека повышает уровень образования взрослых пингвинов. База. Что? Деревенская радость. С помощью этого здания вы можете попросить у короля еду, лекарства, материалы и золото. За каждое обращение за помощью вам начисляют временные штрафные очки репутации. Запрос помощи можно лишь раз в год. Не хочу пока. Храм. Место для поклонения, повышения духов. Каждый визит приносит 2 очка счастья. Когда шкалу... А, ну давай. У нас еще есть продуктовый киоск. Давай продуктовый киоск откроем. То есть, стоп, подожди, что там открылось еще? О, активирует производство рыбы на этом рабочем месте. Так, то есть мы сейчас можем... Что у нас открылось? У нас открылся продуктовый киоск. Он влияет на что-нибудь здесь? Кроме электроэнергии, ни на что. Давай вот так его поставим. Ага. И можем построить еще
Подожди. О, школа у нас есть. А, у нас школа разблокирована, я ее не построил. Храм. Подожди, школы у нас нет разве? Не, у нас нет школы, прикиньте. Ну, мы здесь электроэнергию влепим просто и все. Школа. И тогда храм построим где-нибудь. Я просто не знаю, сколько электроэнергии надо на все это. Так, и нам надо электроэнергию построить. Где-нибудь. Здесь один. Все, стройте. И надо побольше. О, охладителя. Ну и чего, домиках счастья? Домиков вообще никого нет. Все, бежит. Минус, плюс золото. Спасибо тебе большое. Жалко, что их мало, этих тюленей нападает. Но было бы побольше, было повеселее. Ну, кстати, вот он еще. Так, новый квест. Постройте школу. Принять. Мы как раз занимаемся этим. У нас пока производства камня нету. Вот в чем проблема. Ни камня, ни пластика. У нас только мусор получается, травы и кавчик. И креветки. Все. В общем, у нас произвести снежные блоки все. Рано. Так, у нас есть халявные пингвины? Нету. Никто еще не вырос. 4 пингвина еще до сих пор никто не. Да, стреляет это, конечно, медленно, но производит неплохо стрелы. Поэтому все хорошо. Репутация растет, счастье растет. Я не понимаю, сколько производит вот это вот. Дизайн необходим в радиусе здесь для этого. Производительность здания в радиусе действия. Непонятно, сколько он производит один ветряк вообще. Электроэнергия. Так, у нас не хватает тут пингвина. У нас кто-нибудь вырос? У нас никто не вырос. Это что, продуктовый киоск? Ну чё, минус один рабочий. Иди, готовь. А, подожди, а нам нечего готовить. Так, давай еще продуктовый киоск построить. Электроэнергии нету. Сейчас будет электроэнергия. А это просто храм. А что в радиусе пойдет? Ничего, да? Так, а здесь что? Видимость 80-30. Кальмары он дает. Просто кальмары туда скидывает. А? Так. О, стоит тут, смотрит. На. Сейчас монетка. А что счастье падает? Чащихся нету, потому что электроэнергии нету. Спасибо. 51 навык уже. Давай увеличим лед, производим увеличение объема производства на 1. Может, можно будет потом продавать? Давай, увеличим производство на 1 пока что. Потому что больше у меня просто пингвинов столько нету, чтобы... У меня столько не размножаются, ребята. 5 из 5, кстати. Кстати, да. У меня детский дом один остался. Домов надо построить, еще детский дом один. Для пингвинчиков. Вот тут я не могу ничего. Чего там? Разблокировать каток. Принять. Хорошо. Как только, так сразу. Каток. 23 штучки. Так, а если охладитель попробую построить еще один? Я слышу, я вас. Ну, показывает электроэнергия. Все, не показывает счастье. О, ежегодная выплата за содержание. Спасибо. А в смысле ежегодная? Что, так год мало длится, что ли? Давай вот так еще дорогу проведем. Лед производит. А льда теперь плюс один блок, да? Да, 8 льда производится. Разблокировать каток. Да, разблокировали. Построить каток. Давайте каток построим. Каток. Вот он, каток. Так, каждый визит приносит 2 очка счастья. А радиус за что-нибудь влияет? Блин, вот. Давай каток построим вот. Все, ребятки, стройте каток. Так, короче, камень, дерево, пластик и железо у нас пока не производится. У нас производится только лед и мусор, да? Да, а вот древесина, металл, камень и пластик нигде не производится. Надеюсь, что в будущем лед и пластик можно будет продавать и производить за счет этого что-нибудь еще. Так, подожди, у нас башни 3, да? А где там наша оборона? Это 3 башни, да? Не, подожди, башни 3 всего?
А, 3, 3, все правильно. Давай вот здесь башню построим. И вот это в приоритет сделайте, пожалуйста. Сейчас, потому что нападение будет уже. У нас есть свободные ребята? У нас 3 свободных парня. Так, стоп. Давай вот так. Построй, пожалуйста, быстрей. Все, нападение уже. Электроэнергии нету, блин. Энергии нету. Давай ветряк здесь. Это лучше мне. Ну что, нападайте. Ну тут строить еще будет долго. Так, ну что, время пришло. Они постепенно нападают, что хорошо. Башни успевают их валить пока что. Склад, оборона склада. Да, кто-то двое украли, но никто уйти не смог. Хоть и украли. Идет, блин. Супер. Так. Так, давай сюда одного. Строй 25 штук. Я вижу, что нам чего-то не хватает. Это что? Бездомные пингвины дети. Сейчас будет все, погоди. Бездомные пингвины дети. Кто каток есть? У нас радость повышается. Чего? Никаких бездомных детей. О, хорошо. Так, чем можем построить? Можем статую влепить. Давай разблокируем статую. И посмотрим, что там со статуей. Вот, ваза. А, радиус действия 13, счастье. Можем вот так вот сделать. Одну вазу построим здесь. Ага, а вторую? Тут счастье ни на кого не влияет, только на дома, да? Вот здесь домов тогда еще влепим, будем счастье увеличивать. Так, задание. Разблокируйте центр переводов. 5. Что за центр переводов? Центр переводов. Для чего он? Центр переводов — это здание, в котором вы можете спрашивать дополнительных пингвинов для вашего поселения, а также отправлять своих пингвинов в другие поселения королевства. Ух ты. Хорошо. Группа тюленей. А, опять? Давайте-ка мы на этом остановимся. Если вам понравилась данная игрушка, ставьте лайки, само собой. Подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.